Мы продолжаем рассказывать о животных городского приемника в надежде, что кто-то из них найдет любящую и заботливую семью. В этом выпуске речь пойдет о квартирной передержке, которую организовали волонтеры для своих подопечных. Живущие здесь коты, кошки, а тем более котята в условиях приемника не смогли бы выжить. Пока на передержке 9 животных. Самое главное у них – Фая. Эту кошку нашли мы точно так же на улице. Искали одного кота, принесли другую, беременную, клочкастую. Вот рожала здесь. Котят раздали. Вот сейчас будем ее пристраивать. Фая у нас барышня с характером. Сложная. Она тут у нас держит всю квартиру. Вот. Ее территория, ее порядки. При этом конфликтов с другими обитателями передержки она не затевает, хотя готова оттолкнуть любого, кто полезет в ее миску. Подобранная на улице, она прекрасно умеет охотиться за мышами. Лучше всего, по мнению волонтеров, Фая подойдет в семью, где нет других животных. Да и с маленькими детьми ей будет непросто ужиться. А вот ее сосед, черный Ась, подойдет абсолютно всем. Он этакий вечно урчащий тюфячок, обожаемый кот волонтеров. Его наш волонтер отбила от стаи собак Носилкина. То есть он такой настолько теленочек, что он просто сам не справился. Он, конечно, абсолютно ласковое создание. Его в семью с детьми. То есть он будет тут на коленочках прижиматься, урчать, любить всех и любить и меня. То есть он вот такой. И Ася, Фая – молодые животные. Им от года до 3 лет. Они обработаны от паразитов, привиты и стерильны. Если вы готовы к тому, чтобы забрать кого-то из них в семью, звоните по телефонам, которые видите на экране.